новый канал. И всем привет подписчикам. Ребята, наступает великая дата. 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. СССР победил мировой фашизмом. И я поздравляю вас всех, потому что у нас в России нет такой семьи. Помните, как в песне, да? Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И действительно, нет в России такой семьи, где бы не погибли люди, воевавшие за нашу землю. Так вот... Первый удар фашистских войск приняла на себя Брестская крепость и продержалась ровно месяц. Это сейчас европеды говорят, что в этой мировой войне победил весь мир с участием Советского Союза. Представляете, мне тут один написал на моем YouTube-канале. Вот такие европеды и пытаются сейчас переписать историю. Ну и сколько же по факту продержалась цивилизованная Европа против фашистских войск? Дания продержалась 6 часов, Люксембург 1 день, Голландия 5 дней, Югославия 11 дней, Бельгия 18 дней, Греция 24 дня, Франция 1 месяц и 12 дней, Норвегия 2 месяца и 1 день, Польша продержалась 36 дней. А теперь для сравнения, один дом Павлова держался 58 дней. Ну и СССР продержался 1418 дней и ночей. Последний защитник Брестской крепости майор Гаврилов написал: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 20 июля 1941 года. Стремительным броском гитлеровцы вторглись в пределы нашей Родины и к октябрю-ноябрю 1941 года уже стояли на подступах к Москве. И сейчас я вам расскажу о ключевых моментах обороны Москвы. Звенигород обороняла 144-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Пронина и 18-й полк дивизии народного ополчения города Москвы. С рассветом 1 декабря на правом фланге 5-й армии началась сильная артиллерийская и авиационная подготовка врага. Вслед за этим три пехотные дивизии немцев при поддержке танков нанесли удар по 144-й и 18-й нашим дивизиям. К концу дня на этом направлении немцам удалось окружить Звенигород с запада, севера и востока, захватить Ершово, Скоково, Синьково и Грязь. Утром 3 декабря, несмотря на сильный мороз, наши войска перешли в наступление. Понеся большие потери, противник прекратил на Звенигородском направлении продвижение на Москву и перешел к обороне. 144-я дивизия остановила немцев на рубеже Рыбушкина. С этого рубежа 11 декабря 1941 года она начала победоносное наступление на запад. Героям битвы за Москву, соединения и части, принимавшие в освобождении Дмитровской земли, в ноябре-декабре 1941 года. Первая ударная армия, 20-я армия, 30-я армия и бронепоезд номер 73 войск НКВД. В конце ноября 1941 года немцы заняли Яхарму, а советские войска укрепились на восточном берегу канала, взорвав все основные мосты через него. Яхармский мост уничтожить не успели, и вскоре немцы в составе 15 танков и двух рот пехоты прорвались на восточный берег и заняли высоту Перемилова. Остановить их должны были всего две пушки и красноармейцы 3-го батальона 29-й стрелковой бригады под командованием лейтенанта Лермонтова. В Дмитрове на тот момент военных частей не было, но зато в депо стоял бронепоезд, который же сразу же отправился на помощь красноармейцам. За 3 часа он отразил 5 атак против. Несмотря на численное превосходство противника, 28 ноября в 14 часов дня была произведена первая атака высоты, которая закончилась неудачно. Ночью к Дмитрову подошло небольшое подкрепление, и вторая попытка состоялась перед рассветом 29 ноября. Красноармейцы под покровом темноты приблизились к деревне на 100 метров, а затем резко атаковали, застигнув противника врасплох. Немцы беспорядочно отступили на западный берег канала и закрепились там. Молниеносный удар на Москву с севера был сорван. Старый Химкинский мост ныне не существует. Сейчас мы едем со стороны Москва. Видите, сейчас на этом месте новый мост. Старый Химкинский мост был построен в 1937 году. Вот видите, новый мост. Позже я по нему проеду медленно. Был построен в 1937 году. Движение по нему прекратилось в 1970 году. И в 1980 году
Его демонтировали, ребята. И вот, ребята, 16 октября 1941 года сюда прорвались немецкие мотоциклисты. И для наших двух батарей, охранявших мост от налетов с воздуха, это было неожиданностью, они не смогли отразить эту атаку, завязался бой. Вот так выглядел этот мост в послевоенные годы. Та же фотография, но еще до войны, после постройки. Ну и здесь вы справа видите вот этот самый старый мост. По нему уже закрыли движение. Ну а с левой стороны новый мост. Его сейчас расширили, по которому мы сейчас все и передвигаемся. Мост через канал имени Москвы, Ленинградское шоссе. Так называемый. Ну и вот мы сейчас поднимаемся на этот мост со стороны Москва. Видите, это уже новый мост, который был построен после того, как перекрыли старый мост. Старый мост имел арочную конструкцию справа и слева, что, в общем-то, мешало вести боестолкновение, если вот эти мотоциклисты фашистские находились на мосту. Вот, видите, вот сейчас мы пересекаем канал имени Москвы. Вот здесь уже начинается, ну, раньше начиналась, да, Московская область. Видите, вот канал, вон там он. И вот 16 октября 1941 года здесь и происходили эти самые события. Знаменитый Химкинский мост. Вот как раз со стороны города Сходня и поселка Черная Грязь из Московской области и двигались немцы. Боевой приказ уничтожить врага поставили 2-й танковой роте старшего лейтенанта Стрибко и мотоциклетному взводу лейтенанта Козлова. И 17 танков на предельной скорости с грохотом помчались по московским улицам. Военные регулировщики всюду давали зеленую улицу. Расстояние в 15 километров покрыли за полчаса. Когда головной танк приблизился к Химкинскому мосту, его командир Борис Панин и механик-водитель Ленников Виктор Ленников увидели двигавшуюся навстречу им колонну тяжелых мотоциклов с колясками и пулеметами. Мотоциклистов сначала приняли за своих, но когда они открыли огонь, сомнений не оставалось, это враги. Тут же пулеметным огнем ответил головной экипаж, затем присоединились другие танки, и в считанные мгновения два мотоциклетных экипажа завалились на мосту. Остальным трем вражеским экипажам, защитившимся от огня фермами, удалось прорваться на водную станцию «Динамо». Но далеко они не уехали. По всем правилам встречного боя их расстреляли бойцы мотоциклетного взвода. В колясках мотоциклов потом нашли парадные мундиры солдат и офицеров вермахта, приготовленные для парада на Красной площади. Конечно, по понятным причинам, этот скоротечный бой на мосту с немецким разведывательным подразделением не вошел ни в какие сводки. Он остался позабытым эпизодом Великой Московской битвы, которая развернулась на огромном пространстве в 750 километров по фронту и 400 километров в глубину и охватила территории 6 областей. Вот здесь, на этом последнем рубеже, был остановлен немец. Были остановлены фашисты, ребята. Но и позже, на 23-м километре Ленинградского шоссе, 6 декабря 1966 года, был построен мемориал в честь четырех дивизий, охранявших, оборонявших Москву, и 5-й дивизии Ивана Вознесенской, это была дивизия гражданской обороны, был построен вот этот мемориал, который в простонародье назвали «Ежи». Видите? Ну и нельзя не рассказать о городе Лобня, о Красной Поляне. На Красную Поляну немцы в 41-м году стягивали дальнобойную батарею орудия, хотели обстреливать Москву, но у них это не получилось. Вообще, надо сказать, что все дальнобойные орудия максимально были сосредоточены на рубеже Ленинградского фронта. Ну и сюда было заведено несколько орудий для того, чтобы обстреливать Москву, город Лобня. Лобня, Мытищинский район.
крайняя точка наступления немецко-фашистских войск на Дмитровском направлении. Здесь остановили фашистов в декабре 1941 года. Наступающие немецкие танки остановили здесь зенитчики, удерживая рубеж обороны 3 дня. Около села Киево установлен памятник «Зенитное орудие». Поселок Красная Поляна, ныне входящий в черту города, стал известен как точка, где враг наиболее близко подошел к столице. 30 ноября гитлеровцы захватили поселок Красная Поляна и установили здесь дальнобойное орудие для обстрела Москвы. Воины 16-й армии под командованием Рокоссовского уничтожили эти орудия. 1 декабря две колонны вражеских танков начали наступление на Киево из района деревни Горки. Огнем артиллерии и других противотанковых средств атаку отбили и врага отбросили в деревню Горки. Гитлеровское командование, подтянув в этот район свежие силы, начало 3 декабря новую танковую атаку. На позиции зенитчиков двинулось более 20 вражеских танков, но советские войска перешли в этом районе в контрнаступление и снова отбросили вражеские части, оставив фашистские танки в 20 километрах от Москвы. К рассвету 8 декабря Красная Поляна была освобождена от захватчиков. Главный рубеж обороны на Волоколамском шоссе проходил западнее села Садки по глубокому оврагу. Здесь сражался 131-й стрелковый полк под командованием полковника Докучаева. Передний край обороны полка проходил по западной окраине поселка Ленина. Здесь вступили в схватку с врагами бойцы батальона капитана Шаракшане, уроженца Бурятской ССР. 2 декабря немцы предприняли атаку на поселок Ленина. 3-й батальон 131-го полка выдержал тяжелый бой. Командир полка Докучаев сам дважды водил бойцов в контратаку. Противник был остановлен. Ленина удалось удержать. К концу этого дня, 3 декабря, линия фронта проходила через Ленина. В западной половине поселка гитлеровцы, а в восточной мы. Нейтральная полоса, разделившая нас, на ширине 50-70 метров, не больше. Один решительный бросок, и все решится в рукопашном бою. Однако людей в 131-м полку было очень мало. Его надо было подкрепить. Командующий 9-й гвардейской дивизии Белобородов приказал 40-му полку оставить небольшой заслон у Селиванихи и ударить с северо-востока в обход поселка. Атаку стрелков поддержали танки 17-й танковой бригады. Ночная контратака подразделений 131-го и 40-го полков принесла успех. К 8 утра 4 декабря фашисты были выбиты из поселка Ленина. 131-й полк занял оборону по западной окраине, а 40-й полк вернулся на свой участок в Селиваниху. 4 декабря утром немцы вновь начали наступление на Ленина, обойдя поселок с юга. Они пытались отрезать наши части от дивизии, но подразделения 131-го полка при поддержке артиллерии и минометов отбивали одну атаку за другой. Доблестные воины 16-й армии остановили врага на этом рубеже. Отсюда 6 декабря 1941 года они перешли в наступление, начали разгром немецко-фашистских захватчиков. Так наши деды и отстояли нашу с вами счастливую жизнь и победили ни много ни мало мировой фашизм. Поэтому с наступающим праздником вас, счастья вам и здоровья. И помните свою историю. Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!